Всем привет! Мы снимаем видео про вот таких динозавриков. А что это за динозаврики такие? Ну-ка расскажи про них поподробнее. Это вот такие вот игрушки, динозаврики. А что они умеют делать? Фигурки такие. И ничего не умеют делать, да? Да. Если наши динозаврики из яиц из Макдональдса выполняли какие-то функции, помнишь, да, крутили головой, там на стегозавра можно было нажимать, и он... А что он делал? Хвостом поворачивал, да, по-моему, да. Своим здоровенным, то вот этот стегозавр хвостом уже не поворачивает. Это просто фигурочка, но такая очень симпатичная полочная фигурочка. И классная. Да, приятненькая на ощупь, она резиновая, вот, гнется, такая, очень детализированная. В общем, приятно мять в руке, вот, материал очень такой классненький. И сейчас мы будем раскрывать такие же, вот они, коробочки. Да, у нас здесь, включая стегозаврика, 8 персонажей динозавров. И еще вот такие динозавры. Серии «Мир юрского периода». Да. Да, ну это наши липучие динозаврики из «Пятерочки», да. Вся коллекция. И они здесь не просто так. Ну, во-первых, это тоже «Мир юрского периода». Вот можно наблюдать значок. А я сзади вижу здесь такая дверь «Юрского периода». А что там сзади? Я уже и не помню. А, да, значок. Точно. Да, и ворота. Кстати, вот эти ворота, есть лего-набор огромный, там собираются вот такие ворота и гигантский динозавр. Мы сейчас пока что это в стороночку отложим и посмотрим наших динозавриков. Моть, ты сможешь кого-нибудь из этих динозавриков назвать по именам? Давай, вот бери кого-нибудь, называй по именам, будем их открывать и... дегустировать. Я не знаю, как кого зовут. Не знаешь, кого как зовут? Даже никого не знаю, даже вот этого не знаю. Я запомнил всех динозавриков отсюда, а их там, по-моему, сколько? 18? 19 было? Я всех запомнил. Надо проверить, есть ли такие же динозаврики, вот как здесь, вот в этой коробочке. Посмотрим, как они выглядят в исполнении в резиновом. От «Пятерочки». Да, можно наблюдать, что упаковочки у них разные. Это разные серии. Они выходят по 4 штуки. Две вот у нас уже есть, а третью пока мы еще нигде не нашли. Третью серию этих динозавриков. Там тоже 4 персонажа. И у них такая светло-серая упаковочка. То есть похожа на вот такую. То есть здесь тоже петелька закрытая, здесь петелька открытая. А у тех упаковочек петелька... закрыто и светло-серый дизайн. У этих закрыто, а у этих открыто. Да, да. И динозаврики, соответственно, там другие. Когда они нам попадутся, мы их обязательно приобретем для нашей коллекции. Ну, давай начнем с того, который у нас уже распакован. Помнишь, как его зовут? Я только что называл. Не помню. Стегозавр. Стегозавр, да, стегозавр. И давай откроем вот эту вот карабасинку. И попробуем найти там стегозавра. Будет ли он в этой коробоньке? Давай вот так вот мы подальше немножко. И так. Ищи стегозавра. Вот он. Все правильно, это стегозавр. Давай. Ну-ка. Ну, да. Дай посмотрю. Вот, да, вот такой вот стегозаврик. И вот такой вот. Угу. А у нас еще есть один почти стегозавр. Почти одинаковый, да? Да, в яйцах у нас есть еще стегозавр. И видео про этих динозавриков, которые у нас в яичках, вы можете посмотреть по ссылке в описании или в конечной заставке. Оно там обязательно будет. Сейчас мы искать их, доставать из шкафа не будем. Да, не хотим, это долго. Вот, а видео отдельное про них вы можете посмотреть. Обязательно посмотрите, какие у нас есть еще динозавры. Ну, давай следующего. Сможешь его открыть? Да, смогу. И никак.
Смотри, лайфхак на будущее. Вот так вот берем пальцем и протыкаем. И смотри, в упаковочке палец в упаковке. Продается в магазине папин палец. И достаем динозавра вот так. И кто это такой? Это вот этот чувачок. Да, ты достал светящегося. Покажи нам поближе. Вот. А как его зовут? А, я не знаю. Тригозавр? Трицератопс. Все правильно. Дай посмотрю вот этого. Этого ставь на место. Ну, этих динозавриков вы тоже можете посмотреть в отдельном ролике у нас на канале, где мы собираем коллекцию всех динозавров из пятерочки. И в шортс, видео шортс, там тоже есть про них несколько роликов. Или один, или два. Ну что, там... Классненький. Так приятненько их щупать. Смотри, он рогатый. Я уже другого открываю. Давай, открывай другого. Даже... А кто это такой? Ну-ка посмотри на него, кто это? Там даже написано. Ну ты, правда, по-английски читать не умеешь. Да, я даже не могу читать вот Алфавит только умеешь читать, да? Да, алфавит знаю. Ну-ка. Вот такой вот скоробей. Скоробей? Ну. Где он у нас? Посмотри внимательно. Конечно же, вот он у нас. Да, вот он. Вот он. И как его зовут? А, я не знаю. Диметродон. Диметродон. Все правильно. Это диметродончик. Диметродон. Звучит как какой-то препарат химический, да, диметродон. А чем это у нас сосед Вася закинулся, что его так штырит на скамейке, что даже какая-то лужа там потекла от него? О, Семеновна, так аж на диметродоне он сидит. Закинулся таблетками диметродона, и вот его так штырит. Ну, смотри, позеленел весь. Ну, а это у нас кто? А вот так посеренил. Да, а этот с голубыми пятнышками. А вот он, вот он. Вот он, в уголке и наверху. Угу. Вот это он. Похоже. Да, конечно, похоже, потому что это один и тот же динозавр. А как его зовут? Стеголодон. Стеголодон? Диметрозавр. Стеголодон. Это вело... Велоцираптор. Ну, хоть не велосипед, уже хорошо. Вот он велосипед катается. Да, велоцираптор Блю. Это... Вот он велосипед катается. Она самая, велоцираптор Блю. Подставочки-то у них какие классные. Очень прикольно сделано. Такие под джунгли и под камни. Следующего пассажира открываем. Мотя помоечку развел. Ну давай. Там и есть наша помойка. Да? Да. Ну ладно. Да, пожалуйста, помойка. Главное, ребята, диметродон не принимайте близко к сердцу. Я не покажу, кто это. Я и так знаю, кто это. Диметродон. Да, димедрол. Димедролозавр. Кто это такой? Посмотри. Рогатый динозавр. И шипатый, вот и колючий. Да, конечно. Вот посмотри, сравни. Похоже. Очень похоже. Прям один в один. Одно лицо, прям и тело, строение. Все одинаково. Посмотри внимательно, где колючий. Посмотри, ну вот он, рогатый, бодатый. А вот это что? Да, вот этот, все правильно. А как его зовут? Диметродон. Угу. Дениска, да? Да. Диметродон Дениска. О, похоже, а трицератопса зовут Стас. Стас Экстаз. Хватит. Нет, это карнотавр, Мотя. Карнотавр.
пердодавр. Это пердодавр. Пердодавр? Да. Да, не хотел бы я оказаться в одной комнате с этим пердодавром. А это кого ты открываешь сейчас, Смотя? Димитродон. Да, опять димитродон, да? У тебя все димитродоны? Да. Все у меня. Сейчас всех открою. Димитродонов. Димитро. Улица Димитрова. Димитро Давыдон. Эрондондон. Вообще, да сколько можно-то? Все, я раскрыл эту коробку. А что ты не показываешь, что ты бросаешь? О, смотри, у него хвост и дубинка. Знаю, я знаю, кто это. Да, а как его зовут? Я не знаю. Ну, у него и рожа, посмотри. Как будто у кузнечика рожа. Нет, он не похож на кузнечика, ты чё? Ну рожа же похожа. Он скорее на черепаху какую-то похож. Только с он и есть. Таким бронированным панцирем. Он и есть черепаха. Наверное, это какой-то предок черепахи. Нет, на самом деле телом-то он на черепаху похож, а вот башкой, наверное, на какую-то птицу, потому что у него такой клюв забавный. Как его зовут? Димитродон. Да, опять Димитродон. Анкила. Анкилопанда. Анкилопанда? Да. Анкилозавр. Это анкилозавр. Анкилопанда это. И вот так вот он выглядит. Давай, здесь коробка на маленький кусочек. А сразу не открыть одним легким движением. Это вот этот. Даже? Даже. Это, вообще-то, это Галина Сергеевна. Галимимус, а не Галина Сергеевна. Я так его называю, Галина Сергеевна. Да. Это Тирана... Тирана. Тирана папа. Тирана папа. Тиранозавр. Тиранозавр, да. Только видите, он тут зеленый такой. А здесь он коричневый, поэтому вы можете ввестись в такое легкое заблуждение, потому что везде его показывают по-разному. Где-то зеленым, где-то коричневым, а где-то он вообще светящийся и полупрозрачный. Ну-ка, дай-ка на секундочку, смотри. Как открывать их? Раз. И все, и открыто. Учись. Учись, Паша. У бати. А это кто такой? А, я знаю, кто это. Это вот этот. Галина Сергеевна? Да. А я смотрю, что-то его тут вроде и нету. Это Индоми. Индоми Шашавы. Индоминозавр. Индоминус Рекс это. Это Индоминус Рекс. Вот такая вот коллекция у нас получилась. Пока что из 8. Но добавится еще 4. Из 8. Так, дай-ка посмотрю. А, тут же. Вот. Это же вроде Индоминус Рекс, да? Кто? Вот этот вот. Ну да. Странно. Вообще в разном цветовом исполнении. Папа, у нас значки пропали. Где? Да. Ты их только что украл. Ну да, это же Индоминус и был. Точно. Только вот они очень сильно отличаются. Здесь они такие, больше под реализм сделаны. Ну а тут, конечно же, мультяшные. У нас есть еще Индоминус Рекс в яичках. Обязательно посмотрите видео про динозавра, где Мотя охотится на огромного динозавра и ворует у него яйца. Украл, значит, у него яйца и что-то вот с ними динозавр сделал. А потом динозавр на него напал. Это и вот у них... этот динозавр. Да, случилась перестрелка. Самая настоящая с динозавром, вы представляете? Кто еще не смотрел это видео, не... обязательно посмотрите. Я нужна, кто динозавр умеет стоять. Умеет. Также обязательно посмотрите видео про заброшенный остров с сокровищами. И вот не поверите, тоже с динозавром. Это логово динозавра, которое мы
растормошили и разозлили там, его. И там мы нашли сокровища. Да, а еще мы у него там украли яйца, потом, правда, он снова их забрал себе, была перестрелка, он наступил на ловушку, подорвался немножко на этой мине, которой мы заминировали подход к нашему лагерю, да? И еще, вот я говорю, что лучше не надо у него опять забирать яйца, а то опять придется лишним сражаться. Да, ну он яйца тогда себе вернул, а вот когда ты с ним сражался на водопадах, ты у него яйца снова забрал. Да. Да. И эти яйца сейчас у нас, и динозавр еще пока за ними не приходил. Но знаешь, что я слышал недавно? Что его недалеко от нашего дома видели, и он хочет на нас напасть, этот динозавр, и вернуть обратно свои яйца, Мотя. И в связи с такими событиями, мне кажется, что в скором времени нас снова ждет встреча с этим динозавром. А это у нас кто, кстати, кто на нас нападает постоянно? Тираннозавр же, да? Да, мы украли яйца у тираннозавра. Вот, тираннозавр, но тот тираннозавр коричневый. Да, обязательно в конечных заставках будут ссылочки на эти видео. Также в описании под роликом будут ссылочки на интереснейшие видосы, где хардкор мега экшен контент с Моти, и он охотится на динозавра. Обязательно переходите по ссылкам и смотрите. Но это не его яйца, это ты тут просто помойку устроил. В общем, друзья, если вам понравилась эта коллекция и вы хотите продолжение нашей рубрики, ставьте лайки и всем пока. Да, и комментарии обязательно пишите еще. И в скором времени у нас выйдут новые ролики про динозавров. Динозавров на нашем канале будет больше. Все, друзья, всем пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч. Я хочу спать.